Чтобы заняться экстремальным видом спорта, не обязательно ехать в горы или штурмовать океан. Достаточно взять велосипед и отправиться в Виновскую рощу, как это сделали больше 70 ульяновцев. В регионе проходит первенство города по маунтинбайку. Это экстремальный велоспорт, езда по горной местности на специальном велосипеде. Этот вид спорта привлекает большое количество людей, ведь многие хотят пощекотать нервы, получить адреналин и почувствовать себя экстремалом. Поучаствовать в велогонках мог любой желающий, показав организаторам допуск врача и соответствующую экипировку. Соревнования проводились в 6 возрастных группах. Самым младшим спортсменам было по 10 лет. Мы стараемся выбирать трассы под наших детей. Конечно же, можно бы ее и сделать сложнее. Но для прохождения дистанции, чтобы спортсмены, так сказать, показали максимально лучший результат, мы выбираем трассу немножко послабже. Сегодня здесь послабже она, попроще. Это не значит, что все сложности позади. Сложная трасса с ямами и трамплинами ждет победителей соревнований уже в финале. 6-7 октября на Майской горе пройдет первенство области. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.